Актюбинский филиал партии «Нур-Отан» выбрал делегатов 17-го внеочередного съезда. Уже известно, что он пройдет в столице на этой неделе. От Актюбе в Астану приедут 29 человек. Среди них руководители депутатских фракций, председатели первичных организаций, ветераны и активисты. Решение озвучено сегодня на расширенном заседании политсовета областного филиала партии. На встрече обсудили подготовку к предстоящим выборам, а также текущие планы. Председатель филиала акцентировал внимание на развитии первичных организаций, особенно на крупных предприятиях региона. Кроме того, решено больше привлекать в партийные ряды молодежь. Все надо начинать с себя. Что я сделал? Что я дал государству, чтобы государство мне ответило этим же? Мы сегодня должны сделать то, чтобы мы сами формируем то общество, в котором мы хотим жить. И это наша маленькая лепта, да, когда мы должны просто пойти на выборы, тем самым проголосовать. Проголосовать за качественный новый уровень.